ноября 2021 года тюменский «Рубин» не обыгрывал в гостях АКМ. В Тулу на матч чемпионата «Олимбет» ВХЛ команда Дениса Ячменева приехала после довольно неудачной домашней серии, в которой потерпела два поражения. Но в поединке с академиками сибиряки блеснули хоккейным интеллектом. Двое из них оформили дубли. Первую шайбу в матче на 13-й минуте забросил Владимир Бобылев. Во втором периоде при счете 1-1 он же реализовал большинство. А в третьем отрезке показал класс капитан «Рубина» Георгий Бусаров. Он отличился в начале и в середине периода. Отметим и три результативные передачи Дениса Давыдова, который набрал очки в пятом матче подряд. После этой победы «Рубин», набрав 52 очка, поднялся на второе место лиги. Впереди Курганское Зауралье. 7 декабря тюменцы сыграют в Москве со «Звездой».